Искусство в помощь. Тюменский филармонический оркестр устраивает благотворительный концерт в память о своем художественном руководителе и главном дирижере. Евгений Шестаков скоропостижно ушел из жизни 11 октября. Причиной смерти стал коронавирус. Маэстро был 71 год. Мы сейчас находимся с вами в ложе, где всегда он сидел, когда я был на сцене. И я сидел у него на концертах. И после концерта мы всегда, всегда либо созванивались, либо виделись, обсуждали. Мы всегда сопереживали друг другу. И, конечно же, сейчас очень не хватает мне ни его звонков, ни его поддержки. Этот концерт был составлен из произведений, которые выбрали сами музыканты, работающие в концертах, в оркестре, которые много лет были знакомы с Евгением Ивановичем. Где-то исполняли их, где-то эти произведения звучали вместе. Концерт пройдет 27 ноября в Тюменской филармонии. Все вырученные от продажи билета средства пойдут на помощь семье маэстро. У него осталась жена и двое маленьких детей. Причем сын родился совсем недавно, когда маэстро уже не стало.